эти глубокие рубец на спине. Именно здесь прикасалась мокрая одежда товарища, которого нес Петр Романович. Петр Романович, покажите, пожалуйста, ногу. Вы видите, что кожа стопы практически не пострадала. Она была защищена ботинком и носком. Но вот носки кончаются, и здесь радиоактивные, светоактивные газы под брюками распространялись снизу вверх. Максимум поражения внизу, убывает все кверху. Если бы были ботинки, или если хотя бы брюки были заправлены в носки, никакого поражения здесь не было вообще. Этот человек тоже попал в зону действия радиации. Однако поражение кожи у него было более глубоким.